Круто, круто. О, отсюда видно. Опять гору занесло, вообще классно. Такая, наверное, высота. Там регулярно заносят, они возят вот это вот, чтобы кому повезло, рассеялось. Ну помню. Да, да, высота. Где наш отель? Наш Белек вон там, вон. Черти где. Да. Если там присмотреться, возьми, Титаник будет там видно. Снимать, да, там, море. Море. Не, ну что, можешь вон это самое море. Город. Классно. Маша, вставать нельзя вообще. Маленькие какие. Ну, может, не надо рисковать. Отстанешь. Понял. Не рисковый парень. За турецкую кабинку. А вот тут что, судо, эти, вон стоят, яхта, да? Вот, да, тут это, наверное, можно оставить. Яхта, в гараже. А это Барбоса, это вот эта вот она стоит. Я вот тоже подумала, что это. Но не это может быть похоже. А что, наверное, она очень похожа на то, что они там рисовали. Барбоса. Вы поняли, что трос движется? Ну, я отплевался. Трос движется, а кабинки... Трос. Да. А кабинки к нему, наверное, прикреплены. Ну так, а там же это, вы разве не заметили, вот эта крутилка, которая, она же и крутит трос. Ага. Внизу и вверху такие здоровенные. Мы сходили только в парк. Слушайте, Анталия такая огромная, да? Обратили внимание, ни одного какого-нибудь там маленького одноэтажного домика, все, короче, многоэтажки. Ну не, ну для обычных турков. Многоэтажки, там максимум тоже типа наших хрущевок, многоэтажки, все. Панельки, все. Да, из бетона. На каждом доме солнечные батареи и эти самые баки, наверное, экономят, да. Ну, у них тут хорошо, у них, наверное, зима же не такая, что баки эти могут и зимой постоять. А у нас куда баки денешь? Сарай. Ну, да.